Волгоградские студенты примут участие в создании проекта благоустройства скверов между социально-педагогическим и техническим университетами. Такое решение озвучил глава Волгограда Владимир Марченко на рабочей встрече с ректорами вузов. Главной темой разговора стало благоустройство территорий. На площадках перед крупнейшими волгоградскими вузами всегда много молодежи. По этим скверам будущие специалисты идут на пары, здесь же отдыхают в хорошую погоду между занятиями. Идею привести в порядок скверы возле университетов и бульварную часть проспекта Ленина озвучили сами студенты. Инициативу поддержал губернатор Волгоградской области. Соответствующую задачу Андрей Бочаров поставил на оперативном совещании по итогам фестиваля 3-4. Глава Волгограда Владимир Марченко выслушал предложение ректоров по будущему благоустройству и озвучил свои идеи. Почему предлагают вот эту часть сделать в асфальте? Ну, во-первых, зимой проще обслуживать. Но главными консультантами по созданию проекта благоустройства должны стать сами студенты, считает руководитель города. И эта территория, конечно, должна быть для студентов удобной, комфортной, чтобы здесь им было приятно думать, творить и готовиться к занятиям. Ну и наши студенты, вот, и технического университета, это будущие специалисты по городской среде, по ее созданию и развитию, они, конечно, примут участие, выскажут свое мнение. По поручению Марченко предстоит привести в порядок и три фонтана на площадке между университетами, а также напротив здания Центробанка и скверы имени Симбирцева. Составлять техническое задание для создания проектно-сметной документации будет муниципальный Волгоград-Зеленхоз. А поскольку фонтаны являются объектами культурного значения, проведение реставрации доверят только организации с профильной лицензией. Анна Рябова, Рубен Тальский, «Время новостей».